Девочки с Мартином наконец-таки встретятся после долгой разлуки. Сколько они? О, Мартин! Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я у рысик. Уже прям они за мной, передо мной точнее, вот. Сегодня попробуем их объединить, чтобы они пообщались друг с другом и заодно убраться в вольере у Мартина более основательно, чтобы он нам не мешал. Вот посмотрим, как Мартин отреагирует на девочек. А Мартин у нас юный зоолог. Он не может один жить в вольере, он в своем вольере. Сейчас покажу, кого завел. Сам выбрал себе питомца. О, смотрите, в ведре. Видите, как питомца в себе Мартин завел. Ну, красота какая. Мартин, ну да ладно тебе так ругаться, кучу упрашивает. В общем, беда, лежит. Нет, говорит, еще давай. Ум, что там? Ну-ка давай, раз он не берет. Ум, такая не поняла. Ум, у тебя там лежит свое. Видите, каких он аквариум себе устроил. Мартин, зачем ты себе лягушек завел, а? Зачем тебе лягушки? Тебе скучно одному? Пустую гонку. Девочки с Мартином наконец-таки встретятся после долгой разлуки. Сколько они? Нет, повернуть надо, Катюш. Какой? А, все. Оп, а ну. Что это он сразу ретировался? Ты сейчас. Чего, Мартин, не соскучился? Мартин, соскучился по Умке. Твоя любимая девочка. У, Джо. О, Мартин. Мау-мау. Ой, такая красота. Мау-мау. Вау-вау. Вау-вау. Мартин, ой, какая девочка, твоя умочка. Хана, ты собираешься заходить к Мартину? Или ты не соскучилась? Она вообще не мне. О, Мартин решил. Опа, новый вольер. Так, давай-ка перекроем их. Подожди, только я подстрахую на всякий случай. Сейчас. Нет, Хана, Ханита, иди сюда. Иди сюда, Ханит, мы закроем. Это интереснее. Ну чего? Там вообще все гораздо интереснее. Там все по-другому? Опа! Ума! Ума по жопе! А смотри, вот не Хана, да, сразу она почувствовала возможность для себя. Ханит. Да, я буду попробовать мало, да. Ну вообще у них же любовь у Ханы. Ой, у Умки с Мартином. Нет, я к тому, что ну Хану она так не трогает. Да, да, не да. Не сгоняет, как бы, а тут все сразу почувствовал королевой. Мужик Молодец. Пришел. Да. Ну, Мартин, что ты там углядел-то? Свинята. Спрятался. А, женщина! Сейчас сейчас по вашу кейсу получишь. Ну, как все интересно у девочек, да? Там тебя Мартюхин. Да, этого вольер перекрыли. Сейчас тебе убраться надо. Хан, что там такое? Мартином пахнет. Лягушка решила. Все так и останетесь, да? Ханна отдельно, а Умка с Мартином. Так, это кто тут? Ругается. Ты что на свою мадам-то ругаешься? Дуак. О, не хочет с тобой он общаться, да? Что за мужик такой? И вся любовь? Да, вот и вся любовь. О, что это такое? Что такое мальчик? Но люди нервируют. Думаешь? Конечно. Мы только что говорили, что мы ему безразличны. Но они же собирались-то это. Впервые. Мартин, ты чего? Обижайтесь.
Она же к тебе просто нюхает. На лапу поможет, получится. А это там играет? Ну, ай, Ханна изучает войну. Непонятно, Хан. Да? Что ты к Хане хочешь? У тебя Ханна интересней? Не, ну мой чудан такой. Серьезно? Ага. О! Че это? Че это там? Ну-ка, кумочки, играться. Олег, ты добрый? О! Что там, Мартин? Ой, ему, видимо, этот вольер больше понравился, он прям даже по палочке бегает. Ой, ругается, как на умку. Мартин, ты чего? Все? Повзрослел мальчик? Прошла либо взяли помидоры? Ну, какой злой кумки. А вот ты вкусная девочка идет. Какая вкус? Ходи-ка сюда, вкус. Мартин, ты же её так любил. А сейчас я покажу, какой Мартин хищник, какой он молодец. Смотрите, что у него в вольере. Мы сейчас зашли, я обнаружили. Зачем тебе там это? Видите? Синицы. Он сам ловил синиц. Добытчик. Да просто сирени не кормят. Да. Понятно, ты же денег не даешь? А мы не кормим. Да, скажи, Мартин, что добыл, то и съел. Вон, сам синичек, молодец. Они... Да, ой, какие давно, у Ксюши да, ножки. Да, скажи, ходила по Мишкиным. Мишка Глистогонина, это все нормально, можешь втираться. И ты тоже Глистогонина, вот все хорошо, все. Да? Ой, какие Мишки вкусно просто пахнут. Мишки ой, вкусно класс. Пахнут, да, скажи. Хочу к Мишкам, скажи, да? Она так следила, когда их впускали. Она и на волка залипала, а вот волку не понравился запах этих кошек. Мы давали ему игрушки, да, он чуть понюхал, сказал, говорит, не, я обрезгую, извините, конечно, я не буду это брать. Ой, как ей нравится запах Миши. Мы пойдем, короче, с Яриком погуляем, закройте там глаз, чтобы... Подожди пока, не оставляйте там открытого медведя. Какая ты приятная, слушай, вообще. Угу. Хорошо линяешь, ровненько. Надо ей это фуминатором. Она, брат, чесаться не любит. Ну, и расческой. А, этим не любит, вот, расческой? Я пробовала, умка любит, а это нет. Мартин, мне кажется, ты забыл с Ханной поздороваться. Давай к Хане. А Ханна что-то там хвостиком виляет. Мартин, давай к Хане. Нет, конечно, хорошая идея, но хотелось бы, чтобы Мартин туда, а не Ханна. Так, Мартин, давай. Иди туда, где ты. Ого. Ну... Смотри, там Ханна есть. Так, твоя будка. Они сейчас там у тебя синичек твоих съедят. Потыкают, да. Давай, давай. Добычу твою. Ну-ка, иди к девочкам. О, скажи, что-то новое поставили. Ой, как Ханна смешно сидит на попе. Ну, а ты Ханну, ты заметишь? Мартин, это твой вольер, мы просто поставили тебе шину, все в порядке. Ну что ты ругаешься? Смотри, какая Ханна там стоит. Ну, Ханочка же не стоит, сидит. А, нет, ну спустись к Мартину, пообщайся тут с ним. Может, к тебе он более добродушный. А вначале сам, главное, встретил ее так укол. Сам ходит за ней, рычит. Грозный. Все, устал. А как же с Ханной поздороваться? Ханит, ну спустись к Мартину. Я думала, вы соскучились друг по другу все. А вы что-то как-то не очень. Вот что значит взрослеют. Ой, Мартин, смотри, кто там наверху сидит. Да-да-да, смотри кто. Ханна, ты пошла к Мартину здороваться? Ой, теперь поздороваться. Ой.
Ты что, Хану теперь больше любишь? Мукает, да. То есть, а тройничок уже норм. Когда втроем я всех... Смотри, он бодается. Смотри. Смотри. Ой, да. Ой, забодались. А что это ты на умку-то так? Что-то он то... В мои будки пошли. Давай, ну-ка проверь, куда Хана пошла. Мартин, она же девочка. Да, она его игнорирует полностью. Ну, а к Ханите? Что-то Ханите завтра, видимо, больше понравился ему. Тернюка. Слушай, у них сухо, хорошо. Солома сухая вся. Я да. Посмотрел, Мартин, а кто вредный такой? А? Кто вреднючий мальчик? А? Что там у вас происходит? Ну-ка. Она же просто лежит, тебя не трогает. Или то, что твою полочку заняла? А, она его лапкой трогает. Мартин, ты что стал такой истеричкой? Хуже девочек. Смотри, так смотри, смотри, что хвостом делает. Она метит территорию. Да, она метит территорию. Так, нет, девки, не в этом году. У нас в этом году переезд по планам, никаких детей. Детей в этом году нет. О, она идет. Конфликт, он как-то спокойно. Да, Мартин, я согласна, что детей нам не надо в этом году полностью. А Хана, то есть, наоборот, его не подпускает. А он не подпускает Тумку. Блин, какая у вас сложная система. Хана с Экоса не хочет, она не подпускает. Тумка с Экоса хочет, а он с ней не хочет. Он к Хане идет. Ну-ка, ребят, что за дела? Ну, не хочет. Вот, а Хана... Ой, а Умка хочет. Видишь, как тебя подставляет жопу? Ум, ну нам нельзя. Годик еще. Видимо, у Ханы течка закончилась, а у Умки еще. Да, Хан?